вот нам сейчас из штаба 10 числа, у вас там какое-то наступление, вы наступаете. Нет, на вас найдет 10 числа наступление, а у вас должно быть контрнаступление раньше. Мы спрашивали насчет дома, насчет этого всего, он говорит, какой домой, мы же вам говорили, что в этих числах у нас что-то там. Говорят, что 344-й, 346-й полк меняет место дислокации в ближайшее время. Я теперь не знаю, что делать с посылками. В смысле, мы меняем? Угу. Куда мы, блядь? Вперед будут перекидывать. Кстати, из 346-го полка в Голов везут народ. Вот вам не говорил где-то назад домой. О, то, что вы... Да, вот те... Нет, это те, кто сложили оружие. Помнишь, я тебе говорил, что они психанут сложили оружие, там они диверсанты, или как они там называются? Ну, короче, кто отказался воевать, их везут сюда на боевое слаживание и потом на самую передовую контрактникам. Отлично. Не похуй, я сейчас. Вот, так что нет, не обольщайтесь, что они едут домой, они ненадолго и потом в самое мясо. Дядя Леша вчера сказал это. Молодец, он тебя, конечно, хвалит, он вообще там, он бешеных эмоций подвергал. План придумывает, как он и хотел. А, он хотел тебя через контрактников выдернуть. Новости наряды какие-нибудь там. Что говорят? Слушай, по этим в январе вторая мобилизация. Забирают МЧСников, пожарников, милицию, плюс вторая волна гражданских идет.